Всем привет, дорогие зрители. Приехал я в район Тосмор, к речке Дим. Здесь в VIP-проекте, который был сдан 13 лет тому назад, продается 2 плюс 1 на среднем этаже. Здесь есть вся инфраструктура. Открытый бассейн, огромная территория, зона отдыха, подземный проход к пляжу песчаному, речка Тим, калитка, которая выходит к речке. И покажем сейчас квартирку. Айдат в этом проекте 750 евро в год. Это у нас первый балкон. Здесь высокие цены по рынку, так как первая береговая линия. Квартира смотрит на восток и север-запад. Кухня. Сам проект называется VIP. Значит, гостиная комната почти с отдельной кухней, которую можно отделить, если захотите. Полезна вся площадь с балконами, здесь как минимум 100 квадратных метров. Кондиционер Siemens, мраморный пол. Хорошая прихожая. Тут кладовочка. Первый санузел. Бытовая техника в квартире вся Siemens. Проточный водонагреватель также фирма Siemens. Первая спальня, где-то у нас 12,5 квадратных метров детская. Второй балкончик. Вот море. Стоит проект из 4 блоков. Это открытая парковка, охрана, видеонаблюдение. Не пускали меня внутрь, потом кое-как пропустили. И хозяйская спальня, родительская. Тут как минимум 15-17 квадратных метров между ними. Давайте я отмерю. Посмотрим. Хотя бы эту спальню. Раз. Два. 15 квадратных метров. Второй санузел. Итак, выхожу я во двор, покажу вам всю инфраструктуру. На этаже у нас 4 квартиры. Пожарная лестница. 2 лифта. Так, 2 лифта, оба одинаковые. Спускаемся на нижний этаж. Так, здесь что у нас? Storage
У каждой квартиры есть своя кладовка. Проекту 13-14 лет. Тут редко выходит квартира на продажу. Гараж для велосипедов. Открытый бассейн большой с горками. Барная стойка. Ресторанчик. Там люди, не буду снимать. Вот. Три горки. В той стороне море. Подземный проход. Баскетбольная площадка. Теннисная площадка. Также есть теннисный корт. Открытый бассейн в этой стороне. Надеюсь, она открыта. Угу. У меня как есть как бюджетные варианты эконом-класса, а также премиум-класса. Звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Ресторан работает. Библиотека также здесь. Не помню, где что тут есть. Тут что? Угу. Турецкая баня, туалет. Хамам. Сауна. Сауна работает, значит, среду, пятницу, субботу и воскресенье. С 9 до 10 вечера. Здесь ремонт. Какие, не точно не знаю. Зимой, наверное, все включается. Здесь раздевалки. Тут с картой. Тут я уже... Открытый бассейн сейчас показать не могу. Плюс 14 лет, выше 14 лет. Дети открывать, вот здесь закрывается. Так. Сейчас обойду. Надеюсь, с окна видно будет. Там детская игровая площадка. Здесь я не туда зашел. Там большой крытый бассейн. Речки выйдем, потом по морю. Фонтанчики. Детская игровая площадка. Здесь зона барбекю, генератор. Где тут дверь была? Или снаружи она? Надо пройтись так. Может быть, там калитка была. Ролик длиннее будет, ничего. Вот тут речка. Прогулочная площадка. Эта дорожка почти километр в длину.
У речки есть беседки, где можно сесть. Еще одна беседочка, зона отдыха. Да, дверцы они не сделали из-за безопасности. Нужно выйти с той двери, обойти стенку и выйти к речке. С квартиры была видна речка. Так. Этот район подходит под ВНЖ. Теперь мне нужно найти проход к морю. Теннисный корт. Надеюсь, там есть. Да, там просто люди. Я нажму паузу. Или нет, ушли. Вот. И вот здесь подземный проход, который в море. Окей, море. Дорогие зрители, цена этой квартиры 295 тысяч евро. Есть торг. Вот этот проект. Здесь ресторан. Там ресторан. Вид на крепость Аланию. Песчаный пляж. Плавный ход моря. Плит нету. Гравий, но она порой смывается, вот весь песок в воде. Вот плавный ход. 500 метров там речка Дим. Тут вода прохладнее, так как стекает чистая вода. И пляж чистее, чем в других местах именно Алани. При помощи речки Дим. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Кос. Всем пока-пока.